Ну, привет! Весело у вас здесь в Чернигове, друзья. Очень весело. Кто еще не понял, я объясню, что такое Черниговская лига. Это единственное место, где можно посмотреть на несмешные шутки за смешные деньги. Продолжаем череду несмешных шуток. Мужик, поднявший трубку во время секса, впервые в жизни ответил правду на вопрос «Ты где?». Вот такой вот юмор сегодня будет, чтобы вы понимали. Знаете, кто-то из вас сидит и думает, почему-то команда ВКВ очень сильно похожа на команду Тоби Альдервейре. Нет, это неправда. У Тоби так богато стурин. А у нас только две, перед и зад. Друзья, вы никогда не задумывались, почему все депутаты живут очень хорошо? Им, походу, родаки помогают, да? А еще вот мне что-то подсказывает, что украинские футболисты и как люди не очень. Ответы на эти и другие вопросы мы поищем дальше. ВКВ, Прилуки, гоу! А спонсор нашего выступления – новый салон «Шуб на окружной». Салон «Шуб на окружной» – две шкуры по цене одной. Представьте, девочка не смогла после садика поступить в первый класс. Я просто хочу немного пожить для себя. Друзья, а спонсор нашего выступления – Институт исследования шаурмы. Институт исследования шаурмы. Мы на этом деле собаку съели. Представьте, работника морга провожают на пенсию. Ну давай, до скорого. А спонсор нашего выступления – новый ювелирный салон «Александр». Ювелирный салон «Александр». Саша, Сашенька, ты ювелир. Социальная реклама. Господи, Господи, нет, нет, не убивайте меня. Я так хочу жить, Господи, не убивайте меня. Я же так хочу жить. Шерстянка. Район, в котором так хочется жить. А спонсор нашего выступления – недобитые шутки. Недобитые шутки. Девочку беременную привезли в роддом. Сплю на новом месте, приснись, жених невесте. Ну приснись, ну мне ж так интересно, Друзья, мне кажется, мы стали забывать про анкор. Кстати, о чем я только что говорил? Знаете, вот наша команда очень сильно не любит американские трейлеры к фильмам. Вот если бы мы делали трейлеры к фильмам, то выглядели бы они примерно вот так. Внимание на экран. От создателей «Пятницы». Майнкрафта, изваженных та счастливых. Ну что, бесшумная проблема, с фигурой проблема, с физическим этим проблема. Душераздирающий хоррор. Медицина. Декоммунизация. Эротика. Шерстянка.
Каприо. Адольф Гитлер. Олег Ляшко. Вила, но війни в гною. Де натуральні вила? Це підробка. І Михаїл Боярський. Модные саундтреки. Мы навариваем бас, мы потоплю пятна. Мы навариваем бас. И песни, которые ты не забудешь никогда. В самом страшном фильме года. Бойся новых счетов за коммунальные услуги. Welcome to your life. Что самые счастливые семьи нам показывают в рекламе майонеза. Желаю вам и вашим семьям быть такими же счастливыми, как и люди там. И давайте в конце немножечко качнем и пошумим. Чтоб не голодать, хаваешь не вину. Да все привыкли, это Черников, Украина. Нефть дешевеет, но растет цена бензина. Все смирились, это Черников, Украина. Слишком дорога бесплатная медицина. Да расслабься, это ж Черников, Украина. Проблемы с доступом к джой-казино. Да у всех так, это ж Черников, Украина. Больше продолжа, за так не может. Больше продолжа, за так не может. Больше продолжа, за так не может. Больше продолжа, за. Хочу, чтоб за кордоном все завидовали сыну, когда он гордо скажет: я из Украины. Джамала, Шева и Амосов, Чернобог, Хмельницкий. Список очень длинный, нам есть кем гордиться. Украинцам сложно стать, нужно им родиться. Но почему нашу судьбу должны решать те лица, что обитают в своих виллах, проживают в Ницце, а своих деток учат только за границей. Да мы устали, но дух наш создан крепкой сталью. Победы новые уже не за горами. Гордиться будем во сне и наяву. Любить свой город и свою страну. 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 Все вместе любить свой город и свою страну. Спасибо. Космос нас ждет.